таблеточки идут на пользу. Да, сейчас я буду исключительно на камеру снимать. И звук там вообще, ну просто фуфловый. Мне подсунули камеру эту экшен. Я покупал бэушную. Абсолютная фуфляндия. Не нужно терпеть ужасное состояние. Не нужно. Если вы чувствуете, что вам уже там на протяжении месяца или какой-то у меня вообще это было, я мучился, хочу вам сразу же сказать, с 12 лет. Сейчас мне чуть побольше, мягко скажем, ну видно, да? И вот я все это время мучился, почему не нужно терпеть плохое состояние. Типа, что это норма, считать это за норму. Вы гробите жизнь и себе, и другим. Если человек находится в плохом состоянии, вы сами понимаете, что с ним не хочет никто общаться, потому что он как бы является энерговампиром. А состояние напрямую связано именно с уровнем нашей энергии. Так что, друзья мои, если вы чувствуете, что вот уже продолжительное время вы очень как бы в плохом состоянии, внутреннем, у вас скованность ужасная, просто вы там сильно усираетесь и так далее, нужно что-то менять кардинально. Если совсем все плохо, вот как из предыдущего видео, идем в психушку. Если действительно это не блажь ваша, что вы просто захотели себя подсадить на наркотические лекарственные средства. Это ужасно, ни в коем разе это не пропагандирую, я наоборот вам это запрещаю. Если это не блажь, а вот действительно хуёво, то действуйте. Сходите вы к психиатру, к психотерапевту, желательно не частному, а государственному. Вам там и таблеток дадут, и рецепт выпишут, и вы начнете чувствовать жизнь. Потому что в ужасном состоянии жизнь чувствовать невозможно. Невозможно. Жизнь проходит мимо вас, потому что вы погружены в этот кокон. И единственное, что вы чувствуете и ощущаете на 99%, это не жизнь, а именно вот это вот мучение. Оно будет идти даже фоном мучения, поверьте. Даже если вы чем-то кайфовым занимаетесь, там, допустим, в каршеринге сняли дорогущий Мерседес, БМВшку, ну, потому что у вас есть такая возможность, разблокирована. И даже, вот, казалось бы, вы будете получать с этого положительные эмоции, ну, и со всего остального, там, от взаимодействия с женским полом и так далее. Но нет, этот фон не будет давать. И, соответственно, вы могли бы раскрыться и кайфануть на 100%. На 100% кайфануть вы могли. А в итоге вы не можете раскрыться, у вас вот этот вот негатив внутри сидит вас, и, соответственно, все, никакого кайфа от этого получаться, ну, там, почти не будет. Вот буквально 1% из 99, про которые я до этого говорил. Так что, друзья, давайте не мучаемся, все. Еще вы будете, как бы, ваше поведение из-за этого будет меняться, из-за ужасного состояния, и вы будете портить жизнь вот другим, потому что когда у тебя такое поведение, еще раз, ты энергетический вампир, нужно заряжать, а ты непонятно чем занимаешься. И от вас будут, в общем, как снежным комом, все болячки будут идти, от вас будут открещиваться люди, потому что с вами очень тяжело общаться. Все, я пропагандирую обязательно, друзья. Если вы это состояние не можете сами исправить, пытаетесь, обязательно надо попытаться. Если можете, ну, как бы, используя советы, кстати, из позапредыдущего моего видео. Так, телефон звонит. Че, будем разговаривать? Алло? Алло, здравствуйте, Александр. Вы сегодня будете? Я не услышал. Приезжать имеется в виду, вы спросили? Либо 2 часам, как вам будет удобно. Я вам скажу, чтобы меня не ждать. Сейчас тем более дождь идет, пока мне не до этого. Давайте вот, ну, ключи тогда, пожалуйста, в почтовый ящик 235. Хорошо, мы прибрались, за собой все убрали. Молодцы. Полотенце, которым пользуюсь, я перестирала, повесила, как пусть чистенько. Молодцы. Спасибо за аренду и за чистоту и так далее. И угу. Вам спасибо. Все, давайте, ищите там квартиру. Пока-пока. А, уже все нашли. А, нашли? Это записи... Да, да, да,
За 50 косарей, которая вчера трешка-то была, сходили. Ну, а четырехкомнатная. А, четырешка. Ну все, понял, давайте. Все, до свидания. Растите, до свидания. В общем, как всегда, меня сбивают, понимаете ли. Ну все, про то, что вы будете отравлять жизнь и другим, и это, в общем, блядь, все снежным комом будет. Потому что когда ты разряжен, у тебя энергии нет, у тебя и болезни, и все. Так что, друзья мои, отвлекли, не отвлекли, с вами был Израиль Гейминг. Видео, понимаю, есть запрос уже, видео про компьютерные штучки. Будем удовлетворять этот запрос. Я, кстати, сейчас занимаюсь сборкой ПК. Различных насобирал. Вот тут у меня есть один. Единственное, я не делаю продлевания шлейфа. Должны быть все красивые белые, желательно еще с подсветки, но не до этого. Не до жиру быть бы живу, как темно тем более стало. Давайте, кстати, реально в темноте походим. В общем, следующие видео, более-менее следующие, я обещаю, что уже буду посвящать компьютерной, компьютерной тематике. Вот явно у многих из вас будет запрос, как собрать супербюджетную сборку, при этом мощную, да? Я просто этим как раз и занимаюсь, я ваш запрос этот удовлетворю в одном из следующих видосов, потому что я не знаю, как все пойдет, может вообще сейчас война начнется. Ногти, кстати, подстрижены у меня на этой самой. На, кстати, трусы-то снимать нельзя все-таки. Ладно. Но ногти можно. А, и там все попадет наверняка. В общем, давайте, хлопцы. Лайк, подписка, пожалуйста, с вас. Более-менее опишите свою ситуацию. Хорошо ли вы себя чувствуете? Вот как у вас там жизнь складывается в последнее время? Всякие ваши неудачи, невзгоды, давайте будем делиться. Мы уже создаем комьюнити. Сейчас вот каналчик немножко причешется. Тут опять сбросили. Ёпта. Я хотел, думал это уже. Ну, короче говоря, все. Все будет у нас с вами хорошо. Пишите комментарии вообще про вашу жизнь, как у вас все устроено. Счастливы или несчастливы, хорошее у вас настроение или плохое. И будем действовать. Ну, ваши опыты, там, ваши хобби, увлечения. В общем, мы сейчас, я говорю, причешу канал. Потихонечку будет, ну, сбавляться количество подписчиков. Где-то... Вот самое уютное, когда где-то 300-400 человек. Как бы все свои, всех, все друг друга знают, комментарии и так далее. Уже там свои люди. Но я сейчас помню, что действительно уже у меня есть там друзья. Я уже их друзьями называю, которые... Ну, больше 5 лет, получается, подписчиками являются. Я ж, помните, начинал еще в те махровые времена. Кейсы с игры Хизи открывал. Все начиналось с этого. Потом про Steam, про заработок. Ну все, друзья, целовать не буду. И давайте. Потому что я против однополой любви. Все. Goodbye.